Ірина Павловна Літохіна не уявляє свого життя без школи, учнів і творчості. І кожен день уміло суміщає усю гете у один цікавий процес. Любов до музики у Ірини зародилася ще у дитинстві. У її сім'ї пісня гучала заусюди. Біля її матці і батька, а старша сестра навіть виступала на професійній сцені. Дуже давним-давно я закінчила музикальне училище Соколовського. Але я не пела ні на одній професіональній сцені. Як оперна певиця я не состоялась. У мене навіть був такий момент, що один учитель говорил, что я профнепригодная в плане оперного искусства. Зато у стінах родной школы без педагога-организатора Ирины Литохиной не обходится ни одно свято и мероприемство. У працы с детьми она себе и дирижер, и выконауца. Больше того, я ей занятки школьники николи не пропускают. Когда все интересно, она очень красивая, у нас очень добрая, она нас всех любит очень сильно. Лицо нашей школы. Поет на школьный гимн. Да, мы вместе с ней на 1 сентября. Она умеет зажечь и вовлечь детей в творческую деятельность, и поэтому возле нее всегда находятся дети. Она является, ну, можно сказать так, золотым голосом нашей школы. Гэты бясконцы творчий процес не мог не закрануть и у власных детей Ирины Литохиной. Я хочу быть похожа на свою маму, хочу петь, как она, но я боюсь сцены. У меня моя дочь очень красиво рисует. Вот Бог, я считаю, дал ей именно это. Сын играет на гитаре, тоже поет. Ось и вырашили родные Ирины разом с ее сябрами и коллегами совместными намаганиями подштурхнуть женщину до удела у кастингу народного шоу талентов «Я могу». Члены жюри одразу отзначили. Ось и она, белорусская София Ротару. Ирина Павловна, самое лучшее! Аддаць свой голас за гомельскага педагога-арганізатара Ірину Літохіну можа кожны з вас. Глядзіце заўтра чарговы паўфінал шоу «Я магу» на канале «Беларусь-1» перад інфармацыйнай праграмай «Панарама». І падтрымайце нашу зямлячку пры дапамозе телефоннага званка ці адпраўкі смс-паведамлення. У вялікім фінале, які выйдзе ў ефір 29 красавіка, трумфатара вызначаць таксама тэлеглядачы. Глядзіце народнае шоу і галасуйце за нашых. Кацярына Жданович, Сергій Лукашук, телерадыёкампанія «Гомель».